Ні, бо тільки що слышав два рази. Дорогу від цього, блядь, знаєш, мужики ломати. Ну, я такой говорю, типа, пацаны, а у вас что, ГС есть? Да. О, так давайте чуть-чуть это тоже поработаем. Типа, за компанию с 18-й. Они такие, ну давай, что там. Скажи мне, сколько взять влево? Небо, наблюдай, полетела троечка. Небо, оно обрадуй нас. 18. 200 влево возьми. О, охуенно, приближаемся. Эх. Вот так. Перед ними, перед самихенькими ними. Ебать! Перед самихенькими окопом. Небо, небо, меньше эмоций, говори конкретно по сути. Да. Небо, скажи, для кто перед окопами за окопами или перед окопами перед окопами? Перед окопами с моей стороны, тобто перед окопами перед окопами. Я понял. Да они уже съебались. Ага, захотел, блядь, сидят, сука, и улыбаются, блядь. Это, блядь, я только по зубам, блядь. Того махали, блядь, коли мы не стреляли. 18 ебаш. Карпов. Где курица остальная? Ты все кинул? Слушай, а можно мне черное, я тебе зеленый? Третий чей. Значит, ты реально в палу, блядь. В палу в их сторону, в нашу сторону леву. Так, объясни, чтобы я понял, нихуя не понял. И мы попадаем. 10 ближе, в палу за богом, то есть за них, за спины им. Нужно, нужно 10 на себя взять. Ну, мы все такие, у нас планшетов полно электронных. Він нас глючить, блядь! Він взагалі заглючить так, що вже навіть включитися не може. Єбало! 300 метрів від них задіних. І живу і стрілю. Дай чуть-чуть право, так як ти стріляєш, і буде заєбісь. Давай, 18-е, третьяшки, давай вместе со мной по целой улице. На то, что мы сегодня не будем открывать огонь, а сделаем затишье, нашим пацанам в аэропорт доставят гуманитарный груз. То есть сейчас нам нельзя открывать огонь? Ну, пока команды не было открывать огонь, я ее сам жду. Хуйня, блядь, за договоренности все прыгнут, блядь. Их убивать надо, они договариваются с ними. Типа, давай ты самый умный такой, поедешь в аэропорт, блядь, будешь сидеть там неделю без воды и без хлеба. И когда, блядь, тогда мы пропустим колонну, либо, блядь, стреляйте, и мы тогда разъебашим еще одну. Выбор у тебя есть. Так, завалили все ебальники, не вмешиваемся. 18-й, давай сейчас вместе по улитке высадим то место. У нас как раз все пристрелено, прием. Давай полчаса подождешь. Окей, отбой. Небо, как по тебе начнут ебашить это снайперы, то будь уверен, что мы тратить огонь не будем, потому что у нас перемирие. Слышал. Ну тогда не надо будить, блядь, в 6 утра. Ебать, по мне и вышки огонь открывают, понимаешь?